Так, ну, короче, Наталья задается вопросом, о своих взглядах на Сибирь умолчала вот эта мигрантка? А может, они у нее появились, блин, после того, как она экзамен сдала? Да, почему? Почему нельзя мне не обязательно свои взгляды раскрывать. У тебя что, те же взгляды, которые в 5 лет у тебя были, например, товарищ Ос? Ну, да. Я не знаю. У тебя же, наверное, с тех времен поменялось до хрена. Ты, наверное, 5 раз переосмыслила все заново. Что вот это хорошо, вот это плохо, вот это надо, вот это не надо. Так и у нее. Такая, да, какой-то националист. Не, явно ей какой-то Холмогоров просто узкоглазый на ухо присел. Да, и рассказывает ей, что все тут чье, там туда-сюда. А может, гражданин начальник какой-нибудь. Да кто ж их разберет? Да. А они те все, они все один спрут вообще для нас, если подумать. Но Наталья продолжает свои мысли и пишет: «Я намеренно не указываю ее национальность. Это не важно, как вы понимаете. Это универсальный набор претензий к нам и намерений в отношении нас, русских». Нет, стопэ, ой, тут же национальности давай обозначать. Нет, давай своими именами называть, да? Это база любого националиста. Мы самые древние, мы тут, блин, исконные, вы у нас все в хрен знает в каком году забрали, так что положьте это назад. Так что не надо грязи. У русских националистов та же самая программа. Только умных слов еще про генетический код добавили.